Что-то, да. Ну, зашел на стадион, любимый мой. Трибуны поднялся здесь, тенечек, хорошо. Поспал сейчас где-то часок. На улице что-то такие тучи, такой ветер, что-то ходят вообще. Так интересно. Видно, нет? Да, вроде бы видно. Просто все в их облаках, тучах. Как бы тут шторма не было. Люблю Мексику за их спортивные стадионы, площадки. Везде вообще. В любой самой маломайской маленькой какой-то деревушке будет стадион с травкой, со всем, с трибунами, блин, с навесом. Дождь, не дождь, можешь прийти. Море площадок. Покрытие, кстати, прорезиненное такое, чтобы не скользило. Специальное. Прикольно. Здесь вот тоже с навесом. Баскетбольная площадка. Хорошая. Волейбол здесь. Секция тренируется. Сейчас никого нету. А вот там вот дальше, вот видите, чуть-чуть там. Там бассейн у них. Прикольный такой. Вот там чуть дальше. Ну там закрыто сейчас что-то. Не знаю почему. Здесь вот тоже поле. И все всегда открыто для людей. Все бесплатно. Приходите с семьей, играете, либо просто пацанами. Это вы думаете, вот один стадион здесь на Косумеле? Вот туда, если направо сейчас по дороге пойти, там еще один стадион, еще больше. Пишите, в общем, в комментах, если интересно. Я подсниму вам. Вода стоит чистая, фильтрованная. 1 литр, 5 песо. Литра 3 песо. Угу. Только монеты вон закидывает 10, 5, 2, 1 и 0,5 песо. И чистая вода вон. Вот, ребят, видите, зеленый написано Empeños. Это магазины типа наших комиссионных. Можно хорошие вещи купить. Они БУ будут, но хорошие. И ценник будет очень хороший. Электроника, инструменты. Очень рекомендую. Там есть вот второй через дорогу, чуть подальше. Не знаю, видно, нет, там синенькое. Написано вон Empeño Fácil. Сейчас. Я заходил туда, там вообще, ну, прикольные всякие есть вещи. Поэтому, если вам нужны какие-то инструменты, но не хотите новые брать, можно вот там взять. Там у них и гарантия, все есть. Ребята, если у вас нету денег, либо совсем их чуть-чуть, а хочется купить одежду какую-то качественную, здесь в Мексике очень много секондов. И вот здесь на Косумеле я нашел один секонд,
очень такой качественный. В плане выбора много и размеров. И парень сказал, что сегодня завоз будет вон через дорогу, видите? Сейчас туда зайдем и посмотрим, что есть. Да, к примеру, там, ну, шорты какие-то, Repcurl, Quicksilver стоят по 280, по 300 песо, хотя в магазине они там, знаю, по 2000, вот это. Шел по дороге просто, и вот еще один стадион, но это для бейсбола специально, видите, площадочка, песок, все как надо. Не суйте пальцы, ребята, куда не следует. Такие вот злодеи есть тут, ага. Да, вот такие вот шавки лают, когда дело доходит в сторону. Они здесь пословицы, как у нас есть, типа, собака лает, но не кусает. El perro ladra, pero no muerde. Вот такие дела. Все как у людей. Вот такой вот арт. Сегодня жара прям давит, прям чувствуется. Возможно, изменится погода. Возможно, сегодня ночью опять не получится поспать. Но посмотрим. Тусовка, ребята, в прошлом видео я вам там где-то должен говорить об этом. Нормально, ну, маленький полет такой. Сейчас пойду поработаю немножко с видео. Надо в один магаз зайти, там обработать, все подзарядиться. Второй пойду выгружу на все на Google диск. В YouTube загружу. И как все сделаю, все дела. Пойду на тусовку обратно. Тусану. Три дня. Вообще нормально, да? Заезженная до дыр, отель Калифорния. Похоже, чувак заказал какой-то.
по-любому. Песня моей молодости. Место называется «Здесь и сейчас», ребята. Кстати, здесь быстрый интернет, если кому-то надо для работы. Немного подсяденьки. Там играет что-то, это даже хуже реггатона, какой-то поп вообще, попса. Что-то непонятное происходит на острове. Что это такое с музыкой происходит на острове? Я иду спать. Сзади пес идет там. Понял, что меня на камеру снимают. Ребята, зашел в 7-Eleven. И просто... Сибай начес, нормально.
и обнаружил для себя, что вообще ничего нету съедобного, блин. Такого. Абсолютно на всей продукции эти наклейки. Просто дичь. И вот захочешь, даже если что-то нормально уже не купишь. Даже если у тебя куча денег и желание поесть. Вот и думайте. Ребята, нашел съедобное детское питание. Можно взять единственное. Да, ребята, когда замечаешь такие потребительские вещи, становится очень интересно. Ну, например, в Таиланде 7-Eleven, там можно было купить какие-то нормальные продукты. Яйца вареные, рис, овощи, фрукты. Ну, то есть можно было выбрать, да, либо дичь, либо более-менее какие-то продукты. То здесь просто у вас нету выбора. Жестко, жестко. В каком-нибудь году во всех магазинах вот такая дичь будет. И у людей не будет выбора, мне кажется. Будут жрать этот пластик. Интересно. Доброе утро. Еще раз доброе утро. Ну что, начинается новый день. На улице живу уже, наверное, неделю. Еще где-то около 10 дней здесь, поэтому постараюсь делать, если что-то будет интересное, то постараюсь делать каждый день ролики. И дальше едем на фестиваль за Мехико на север. В горы, на Хайлайн. Там фестиваль будет, не знаю, сколько дней, 3-4 дня. Будем пытаться наслаждаться хождением по Хайлайну. Вот чедрауи, каждый день какие-то скидки, акции, промоушены, 20% вот скидок. Вот день интересно начался. Сейчас пришел в Чедрауи, был еще закрыт. Ко мне дяденька подсел, ну, такой уже в возрасте. Рассказал про Косумель, куда съездить. Сейчас вам расскажу. В общем, интересный такой дяденька. Живет здесь уже больше 40 лет на Косумеле. Говорит, был здесь тогда, когда здесь не было вообще ничего. Говорит, дикая природа была. И маленькая улочка, говорит, вот такая узенькая. И больше ничего. Кстати, говорит, надо сходить на ту часть острова, куда я вот ходил в предыдущих видео, посмотрите. Надо будет сходить, говорит, очень красиво, там прикольно. Единственное, говорит, что сейчас дорога, на мотоциклах гоняют, ну, то есть такое. А так сказал, что коллектива есть и на ту сторону острова. И вот тоже есть видео про Плая Мия, что туда тоже можно на коллектива. Так что сейчас посмотрим. Про ураганы рассказал, что здесь где-то август, сентябрь, октябрь ураганы заходят. И иногда, говорит, бывают ураганы 3 дня нон-стоп. Просто, говорит. То есть он как-то зацикливается между Канкуном и Косумелем как-то и не может выйти. И 3 дня ураган. Один из них, по-моему, Катрина называется. Вот, так что вот такое начало дня интересно. Люди подходят, сами знакомятся. И это радует, что такие добрые люди есть. Круто.